мои хорошие, с вами Селена Свей и... Дэнни! Привет, скажи. Привет! Бебе. Сняха, что ли? Девочки, сегодня будет видео о моих подарках, что мне подарили в последнее время. На некоторых мне очень хочется заострить свое внимание. И начну я, знаете, с чего? Посмотрите, какая офигенская жилетка у меня. На самом деле, давно-давно я уже... Девочки мне присылали рюкзачок. Я его не взяла с собой, но многие его видели. Он черный. Смысл в чем? Что он черный, а когда его делаешь вот так, он серебристый. Просто мешковой. И мне его подарили, и вот не было такого, знаете, момента его носить. Я ходила с какой-то сумкой. И в какой-то момент думаю, дай поношу этот рюкзачок. Взяла я этот рюкзак, начала его носить и поняла, какой же он бомбический. И через время написала девочкам и говорю, девочки, хочу такой же беленький. Потому что я думаю, что затаскаю просто. Реально, он делает клёво. Ну, ладно, о чем я говорю? Вот. Вот рюкзак белый мне прислали с черными ручками. И хорошо, что черные, черные практически ручки везде. Разные есть цвета. Здесь идет белый. Глянцевый, белый, матовый. То есть вот эта вот штука. Смотрится очень бомбически. И также у них появились в наличии вот такие жилетки. Я сразу увидела розовый с серебром. Зай, посмотри. Тебе нравится? Мама раз серебряная. Мама раз золотая. В общем, посмотрите, как смотрится на мне. И вот эта вот бомбическая жилетка просто. Я сейчас думала, что она что-то нет, но мне кажется, она восхитительная. Восхитительная. И цвета мои, и я буду таскать ее. Просто она бомбическая. Девочка, которая все это присылает, она присылает по России, они сами все это дело отшивают. Она также блогер. И ссылку на их страничку в Инстаграме, где вы сможете все это заказать, я оставлю под видео. И также на канал блогерский оставлю ссылку. Обязательно заходите. И вообще большое спасибо, я реально счастлива. Эти вещи очень качественные, очень классные. Ткань здесь очень плотная, ничего нигде пайетки не давят, не царапают, в общем, очень круто. Здесь все очень просто, то есть вот он как мешок затягивается, но очень удобный в использовании, реально. Даже вот насколько я не люблю, чтобы было темно внутри, да, я люблю, то есть, чтобы было светло, сразу все видно. Но на самом деле так все легко найти и так просто, не знаю, вот просто не знаю, кайф, кайф. Дальше начнем с подарочка, который мне прислала девочка из Омска. Я его еще не открывала. Ну, как я его открыла, ну, я просто хочу показать, как она хорошо все запечатала, то есть все смягчила, хотя это на самом деле, ну, может помяться подарок, потому что я знаю, я его немножко выбирала себе. Очень хорошо запаковала его. Смотрите, как красиво, приятно. Вот такая надпись здесь. И что это, как вы думаете? Давайте аккуратненько откроем. Потому что я не открывала и до конца не знаю, как оно там все выглядит. Открываем, открываем. И что мы здесь видим? Вот такая вот коробочка. Это коробочка для Дынечки. Смотри. Обезьянка. Ты же у меня в год обезьянки. Наш малыш Дэнни. Здесь написано год рождения. 2016 в год обезьянки. Все сделано из картона. Очень приятная такая ткань. И что мы здесь открываем? Ой, да боже мой. Мы открываем, и здесь видим вот такие вот ячейки. Да, зай, ну ты испортишь, а это все тебе на память. Ты потом вырастешь, и я тебе это покажу. Здесь будет лежать твоя бирочка. Здесь надпись у нас «Бирочка». Вот, открывается бирочка. Здесь что у нас? Локон волос. Есть у меня локон волос. Будет лежать здесь локон волос. Зубик. Зубик будет, мы его сюда положим. Ну, и здесь всякие мелочи. Например, тест от беременности у меня тоже есть. Вот. Как я рос. Смотри. Месяцы твои указывают. Слушайте, как мои зубки. Достижения. Слушайте, очень классно все сделала. Вот такая вот штучка, куда можно еще записывать разные вещи.
И следить за ростом. На, держи. И следить за ростом. Здесь вот так вот, вот такое вот отделение, где-то все лежит. Мне кажется, что вот коробочка, она очень компактная, очень с душой сделанная. И я думаю, что это будет замечательно, как любой и подарочек для молодой мамы или беременной. Также вот малыш, даже если вот как раз у меня растет, и мне классно. Я все это сохранила, и мне негде все это хранить. На самом деле, я была очень рада, когда девочка предложила мне сделать такой вот для Дынечки. Да, если я тебе там это дам, ты сейчас это все испортишь. Под видео я оставлю ссылочку на эту девочку, которая с удовольствием подберет вам и цвета, и все очень быстро, оперативно все делает. Ну-ну. И большое спасибо. Ну что ты плачешь, да? Ну ты это испортишь, котенок. Ну очень понравилась эта обезьянка. И он расстроился. Смотри, какие штуки, да. Смотри. И я скорее хочу начать с того, что моя одноклассница в декрете, точнее однокурсница, и они с мамой вяжут одежду для малышей. Так как она сама мама, она прекрасно знает, что нужно малышам, из какой ткани. И посмотрите, какую красоту она нам связала. Значит, смотрите. Сначала это шло вот такой вот снудик двусторонний. Мы сами выбирали цвета из ткани натуральной, и все специально для детей. И вот такая шапочка, тоже двусторонненькая, серая и голубая. Плюс к этому они нам еще связали отдельно вот такие две шапочки, более тоненькие, как раз-таки на весну, голубенькую и серую. Я вам скажу, что они очень модные. Вы сейчас сами увидите, как это все клево сидит на пацане. Например, серая. Снудик вот такой вот, смотрите. Ай, ты красивый мальчик. Ай, ты красивый, смотрите. Ну, модный пацан. Хипстер. Хипстер. Ну-ка, покажись. Смотри. Вау! Да ты мой сладкий. Посмотрите, какой ангелочек сразу. А смотри, а вот эту снимем, например, да? А голубенькая вот так перевернем. Смотри. Шоплинки. И оденем вот такую. Вот такую, смотри, это тоже очень модная шапка. Мы, кстати, их сейчас таскаем, вот эту. Во, иди сюда. С голубенькой, да. С голубеньким уже мерим. Ой, смотри, какой модный, покажи. Вот. Вы такой ты модный. Очень круто смотрится, очень многие девочки сразу мне оценили вот такой вот подарок. Ну и вторая шапочка, она двусторонняя, но она теплая, она более зимняя такая, она прям сидит даже так более объемно, поэтому мы ее оставим на зиму. Сделано все очень качественно, поэтому я думаю, что это все очень надолго нам будет. Скажи, Дынь. Ну вот такая вот она, и серым может быть, и голубым. Спасибо, девочки, очень клево сделано, и на них я тоже оставлю... Что ты бьешь меня? На них я тоже оставлю ссылочку, они в Инстаграме работают. Все, снимаем. Так зарабатывают в декрете, поэтому если у вас нет родственников, которые вяжут, девчонки делают все очень качественно, а главное модно же, да? Это же важно, чтобы наш ребеночек был модным. Поэтому если вы хотите сделать кому-то подарочек, достаточно объем головы, и они сами знают, как что сделать. Вот, очень крутые шапочки. И серенькую, снудик, серенькую, голубенькую на весну мы будем носить этой весной. Девочки, вы... Молодцы, большое вам спасибо за это. Теперь все нам делают комплименты. Дальше пацан уже растоптал, разкидал то, что мне подарила Лена на 8 марта. Она мне подарила вот такую масочку, которую мы будем пробовать. Это масочка, с чем она? Увлажняющая маска. В общем, таких масок много не бывает. Они всегда нужны. Каждую недельку полезно увлажнять свое личико. Она знает, что мне нужно. Потом она подарила вот такое мыло интересное, освежающее густое мыло для душа, для волос и для тела, самое интересное. Органическое. А ну дай. Из Organic Shop. И подарила два комплекта мне бижутерии, которая очень клево смотрится. Одна с синими камнями, другая с черными и как будто из золота. Не буду раскрывать. Ну, то есть она знает, что...
Она знает, что я постоянно снимаюсь, постоянно что-то хочу новенькое, бижутерию, поэтому вот такое вот мне задарила. А мылка мы будем открывать, пробовать? Данька не даст мне его открыть, попробовать. Так, дальше тетя мне подарила купальник, когда я к ней заходила. Она у меня вообще спортсмен и с молоду занимается. Вот. Такой вот купальник спортивный. Ну, в общем-то, вот так вот он выглядит. Можно на спорт, можно ходить куда-нибудь. Такой вот голубенький. Думаю, мне подойдет. Короче, купальников тоже много не бывает. И пофоткаться точно. Спасибо, Мариш. И что, я еще была недавно в Lady Collection. В Lady Collection взяла себе прикольные штуки. А, значит, вот такие два аксессуара. Первый аксессуар — это вот такая вот классная, офигенная. Тык. Что это такое? О, видали? Заколочка, которая будет держать мои волосы, когда я сделаю гульку. Я вот так прям воткну. Вот так вот. И представляете, и будет в моей голове вот такая жар-птица красивая. Очень красивая. Я люблю такие вещи. Ну и второе, не могла пройти мимо. Давно глядела на эту кепку. Теперь она у меня. Так, надо ее побольше сделать. Кстати, на фоне у меня идет холостяк, так кайф посмотреть. Ну, потом в интернете посмотрю, если что. Так, вот такая кепка, офигенная, модная. Во, да? Класс. Класс, класс. Ну, это всегда для видео классно. И вообще, я думаю, что я буду таскать такие кепочки. Мне по приколу. Она вся такая страсть. Вот, и о чем я хотела сказать, что у Lady Collection в Инстаграме будет проходить конкурс, и на своей страничке Инстаграм я обязательно объявлю об этом. Это совсем будет скоро на днях, поэтому добавляйтесь в Инстаграм, участвуйте в конкурсе, я желаю всем вам удачи. И будут разыгрываться сертификаты, по-моему, где вы сможете сами себе приобрести какие-то классные аксессуары. Все, мои хорошие, это все подарки. На самом деле не все подарки. Мама мне еще офигенный чай какой-то подарила, но я не смогла его найти. Я куда-то его положила, причем на видном месте. Просто не могу найти. А, Деньке понравилось, да? Да, скорее. Скорее бери. А давай я поменьше сделаю. Да, тебе понравилось? Классно. Ну-ка. Ой, смотри, даже на пацана хорошо. Тети. Тети. Все, мои хорошие, я была рада поделиться с вами своими подарочками. Девочкам всем большое спасибо, всем, кто сделал нам приятные такие сюрпризы. Все мне очень нравится, я всем безумно довольна и буду пользоваться. Ну, а с вами прощаюсь до следующего видео. Надеюсь, мое видео вам было интересным и полезным. Если вы в первый раз на моем канале, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки этому видео. А я с вами прощаюсь до следующего. Пока-пока!